Ну что, ребят, мы продолжаем съемочку. Это дубль 2, сегодня вторая съемка у нас. Мы вот приехали в магазин, в Пятерочку. Сегодня будем мы готовить. Блюдо простое, любой сможет приготовить, но оно очень сытное и вкусное. Будем делать блюдо из хлеба, увидите сами, как там что будет делаться. Два кусочка я пожарю с черным, два с белым. С черным можно есть так, а с белым можно будет есть с чаем. Так что смотрите, сейчас что мы купим. И потом будете наблюдать, как это все будет готовить. Пожирать как-то будешь. Да. Ну не все, блин, я уже только поел, блин, сейчас шаурму съел. По кусочку съем нафиг какому-нибудь. Ну что, поехали. Трусы у тебя есть, все нормально, а то сейчас люди уже, я уже ролик выложил, люди начали переживать, что ты без трусов. Блядь, я другие одел. Нет, если я выкину... Ну, трусы у тебя есть, все нормально, да? Нет, без трусов я сижу, блядь. Я сейчас ему, ребята, подогнал, потому что люди пишут, что трусы твои, это самое веселое, что было. Да? Говорят... А ты что, уже, блядь, выложил, что ли? Да, я уже выложил. Нихуя ты шустрый какой, блядь. Я мутёр, да, Саня. Работаем. То, блядь, выкладываешь через 2-3 дня, блядь, то нахуй выложил, блядь, уже, блядь, сразу, блядь. Да, занялся. Ладно, что, попёрли? Попёрли. Поехали, ребята, в Пятерочку, вон сейчас пойдем. Там уже люди работают. Чувак, покупали сигареты сегодня. Чувак, блядь, не знал, как пробить сигареты. Тыкает, блядь, не в тот штрих-код, и вот штрих-код. Хуяк пробил, спомнишь? Мне же хотел сказать, ты у тебя с головой все нормально, блядь. Ну, блядь, ну может первый день работать. Не, ну первый день не первый, но я ему, блядь, пальцем до этого тыкал, он говорит, типа, нет, штрих-код. Потом, блядь, я говорю, да тыкни, ёпта, и взял, пробил. И то это ему, блядь, девка подсказала, другой кассы, нахуй, блядь. Уже самое, когда уже пачку другую ждала ему, блядь, чтобы тыкнул, нахуй, блядь. Ему куда тыкать надо, блядь, в такие года, нахуй. А он штрих-код найти не может, блядь. Как он, блядь, с девкой-то, нахуй, будет, блин. Штрих-код искать-то, блядь, пока он найдет, блядь. Она уже перехочет все, нахуй, домой уйдет, блядь. Рано поперли, да? Пошли, давай. Ну, выходи. Ребят, пока мы идем... А, ты это... Пока мы идем, мы сейчас 5 раз отожмемся, да? Да, прям в лужу, нахуй, пойдем, блядь. Или под машину, нахуй, полиции, блядь, залезем. Ты мне, кстати, знаешь что? Вот ты мне по характеру напоминаешь одного другана. Вот мы сейчас уже с ним когда иногда видимся, общаемся, но раньше мы с ним общались тесно. Вот он по характеру выглядит и ты. Он малый вообще по приколу. Он может шутить везде, даже если это какая-то ответственная работа, он тоже может шутить. По настроению, когда, например, нет, он всегда в настроении, особенно когда мы вместе, мы с ним пиздец шутим. Его Мишаня зовут, фамилию не буду говорить. Да это не надо, а мне что это? Чё, да. он прикольный, он, блядь, вот такой вот шутник, такой же, как и я, нахуй. Любит вот на ровном месте. Вот, допустим, к примеру, сейчас расскажу. Едем мы на машине, да, давно было. Ну. Он, короче, ест банан, нахуй, да? Ест банан. А мы едем по трассе, короче, по главной улице, короче. Он открывает окно, едет машина рядом. Он жру банана, нахуй, чуваку на рубаху, блядь. Ну, чё, блядь, прикольно, что ли? Да нет, то чувак запипикал, нахуй, в жопу нам уперся, блядь. И это, просил остановиться, нахуй. И чё? Нихуя, чё я, блядь, буду останавливаться, что ли, друга? Да, и, блядь, это не прикол, нахуй. Не, не прикол, да? Это так, это, блядь. Это чисто так можно пизды отхватить, да, Санёк? Это, да, это чисто детская, блядь, игра, нахуй, блядь. Кинь, блядь, кинь другую машину бананку жру, нахуй, ёпты. А тебе отвечу кулаками, нахуй, ёпты, блядь. Ты бананом, блядь. Все, банан, пойдем. Пизды, пойдем, ёпты. Ты банан, тебе пизды, да, заебись-ка. Да, ёпты. Так, друзья, вышли из магазина, взял себе мороженку. Короче, вот такую. В магазин взяли, там сейчас будем готовить. Сейчас пройдет. Вот говорю им, вот курящие ребята меня поймут нафиг. Да и девушки тоже, сейчас тоже много кто курит. Говорю ему, мне нужна сотка, красная ява. Сотки нет. Я говорю, дай простую. Открывает нафиг. Вот у него вот стоит вот это. Он говорит, она не красная, она белая, нахуй. Ну, блядь, вот набирают дебилов, блядь, по объявлению, блядь. Покажи, что мы там купили пакетик, ребята. Вот такой пакетик. Это дома показывает. Это дома, да, разложим, что, блядь, показывает. У тебя ебать, у тебя тараканы настолько суровые, они чеснок едят. А им похуй, что жрать. Да, я тоже так понял. Ё-моё, сколько их много-то? Да уйдите вы нахуй, чеснока, блядь. Ебать, их сколько много, Саня. Ну-ка, досочку приподними, пожалуйста. Только со света чуть бок, можешь? Во, вот так. Ну, нормально. В принципе, маловато. У кого... Ну, ладно. Ни у кого такого нет. На, дегустейшн, открываем. Поставь сейчас. Сейчас будет, ребята, рубрика из пакета. Сейчас. Не тропи колеса. Я не тороплю.
Люди просят у тебя тебе это убраться. У тебя мусорное ведро есть? Оно под водой. Или у тебя везде мусорное? Оно под водой. Я в пакетах сейчас в последнее время собираю. Как количество ушло нафиг. Ладно. Тебя на одно кинуть там будет. Дай пакет. Ну что, давай, Саня. В общем, друзья, у нас сегодня готовка, да, Санек? Да. Санек будет готовить что, пока... Короче, увидите. Что будем готовить? Ты только трусы убери, а то сейчас, сейчас. Трусы будем готовить. Будем жарить пиво, ёпта. Ну, пиво это... Она полезна от лекарства. Как повару говорю. У кого тебе... А температура? Трусы убери, ёпта. А температура? Температура у кого фигарит нафиг? Берешь, подогреваешь пиво, чуть горяченько делаешь. Правда, противно пить его такой, блядь, горячий, ну, такой, как чай теплый, нахуй, ну, не теплый, а так средний, чтобы горячий, это, горячий был. И пил, чтобы... И... Чего ты? Такое ощущение, что у тебя тут пискнул. Да хуй с ним, блядь, пищат, пускай пищат. И пил, что маленькими глотками, блядь, и температуру тебе потом шабалит, нахуй, сразу, нахуй. Понятно. Давай, показывай. Чего? Хлебушек мы купили. По стандарту хлеб. Зелень. Зелень купили вот такую, там укроп. Масло там нужно будет. Масло он себе купил опять. Это, ну это шампунь сегодня. Да, это нам не надо будет. Ну шампунь тебе не нужен, да? Для еды нет. На, шоколадку. А, шоколадку, да. Это я себе, ребят, взял. Помидорчик. Посмотрим, нужен нам будет, нет. Ну, может пригодиться. Шпроты, ну шпроты нам банки, два банки не нужны. Нам даже и одной половины надо будет. Это... Я потом покажу. Я покажу шпроты, потому что людям интересно, может. Ребята, в общем, вот такие вот шпроты мы купили. Посмотри, блядь, какие лучше. Вкусные консервы, натуральное копчение. И а вот эту баночку, дай посмотрю. Это потом почитаешь. Ну я мне сейчас потом. И вот такие вот шпроты мы взяли. Из балтийской кильки написано. Да, в принципе, они стандартные, только. Вот это, мне кажется, повкуснее будет. Хотя вот это дороже, чем вот это. Какая дороже? Вот это. А ты думаешь, что эти повкуснее, что ли? Это... Вот это вкуснее. Вот это дороже. А мне кажется, лучше вот это сидеть. Короче, без разницы. Ты что, думаешь, на картинке, типа, там, укроп, типа, вкуснее, что ли? Да я иду на укроп. Давай, надо, вставай, что там еще осталось. Я смотрю по размерам, блядь. Блин, то, что у тебя... Ну, чё, и картошку, блядь, и картошка. Картошка, да. И хлеб. И чёрный хлеб, понятно. Всё, в общем, Санёк сказал, это ему будет достаточно. Что он сейчас делать будет, вы увидите. Ну, делать сейчас будем в маленьких масштабах, блин. Я сейчас два куска черных сделаю. И два. Ты можешь сказать, что у тебя будет за блюдо сразу, чтобы люди понимали, потому что они не понимают. Чё, а сейчас поймут, что будет за блюдо. Ты что, у тебя в натуре настолько суровый таракан, что у тебя чеснок едят. Это в шо, блядь, пиздец. Они лечатся, может, витамин. Они вообще-то у всех едят, ёпта. Им похуй, что жрать. Да? Как, блядь, если крысы, блядь, цемент прогрызают, нахуй, ебану рот, жрут, нахуй, блядь. Не только цемент, они еще металл грызут. Те знают. Но металл они не грызут, это заботится, они его корябают, нахуй. Ну, они зубы поломают, блядь. Поломают, думаешь? Конечно. Че, поехали? Поехали. Берем хлеб черненький. Только ты когда говоришь в камеру, говори, Санюч. Смотри в камеру. Слушай, когда, блин, это готовил по НТВ нафиг. А по НТВ, то есть ты как по НТВ. А на чем, блядь, делал нахуй в камеру, смотрел вообще, блядь. Блядь, ну что, блядь, взять, что ли? Фу, блядь, в комнате остался. Вон, вон твой нож, кинжал. Да это нет, это не. Ну давай кинжалом, ёпты. Какой это был ребристый? А, да, это ребристый, блядь. Ну давай, иди за те. Че у тебя в кастрюле? А ты сковородку-то выкинул, что ли? Какую? Которая у тебя большая была, тухляк. А, которая там макароны, что ли? Да, тухляк. Да. Молодец. Вера, не я выкинул, блядь. Может, ты плиту пока зажгешь, или она тебе нужна? Сейчас, подожди ты. С плитой. Она же нагреется, блядь. Да она у тебя нагревается 5 минут, Саня, кому ты рассказываешь? Ну, 5 минут. Сейчас я сначала, блин, приготовлюсь, блядь, потом зажгусь. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Блюдо называется студенческое. И можно нажраться, и это дешево, в принципе, все обходится. Нужен вот просто, блин, банка шпрот, может даже там и подешевле это купить, это там сами смотрите. Хлеб. И этот, ну, любой хлеб, просто я хочу сделать черный, два куска и белый, два куска. Там увидите какой там, ну, я вам по вкусу не могу, конечно, сказать на камеру, какой по вкусу. Какой вы любите просто хлеб, из того и делаете. Я просто покажи делаю... ножик.
Ну, грязный чуть-чуть. Не грязный, а это он засох там уже, блядь. Ножичек простой, ёпта. Да, этим ножичком, мне кажется, лошадь может зарезать. Так, давай, я на свою позицию встану. Блядь, хуёво. Чего? Сейчас. Кстати, по поводу масла в стакане, помнишь, ты не говорил? Ну. Подписчики угадали, некоторые. Да? Да. Это ты плюнул сейчас туда? Да. А зачем? Так вкуснее. Что ты вкуснее, дурак? Чё? Ну, можно, блин, просто надо чуть-чуть. Когда если водой, блин, поливать, много тоже не надо. Резевая. Покажи, как ты ножик точишь. Вот так вот, ребята. Все, сейчас на кабана пойдем, блин. Да. Хватит, епта, то ты сейчас его переточишь, ну. Все, чистый. Блять, пакет все. Это пока сюда раскладываю. Можно вот в этот большой пакет отложить, и оно типа того мусор, как мусор пойдет. Какой? Вот в этот. А я его приготовлю, блядь. Так, ты давай смотри, знаешь, как делать? Смотри, чуть-чуть в ту сторону. Чай положил бы, блядь. Чуть-чуть в ту сторону, чтобы свет чуть туда падал. Блять, это как я. Опять я, ну. Вот мне правда, вот родители все время говорили. Я вот, мы когда в гости приходили, когда я пиздяком был, блин. И вот здесь потом, вот, когда потом у меня мать померла, вот мы ходили, мне было вот. С 12 лет мы ходили вот так вот до армии, я ходил по гостям с ними. И вот у меня место все время получалось, я сидел вот так вот, на углу. И мне бабка, блин, потом, и мать мне это говорила, ты на углу никогда не сиди, ты не женишься, блядь. Блядь, точно, блядь, ёпта, блин, мне, блядь, 38 нафиг, блин. И что-то мне уже как-то, и неохота. А зачем он жениться, вот скажите мне, если можно жить гражданским браком, и нормально, и хорошо. Потому что когда, ты, так когда же ты живешь гражданским браком, ты больше к человеку относишься, блин, к любовью, и он к тебе. Потому что вы не обязаны там вот этим, блин, там, о, там, блин, там закон, там, блин, там священный брак, нахуй, муж, жена. Вы живете, и вы про. Самое главное, любить, а не это печать, нахуй, в паспорте, бля, ёпта. Согласен. Работаем. Это толстый не режьте вот так вот. Ну, обычно где-то кусочек. По сантиметру, по пол. Ну, не сантиметр вот так нормально. Белый хлеб уже нарезан у нас. То есть его просто. Да, взять и все. Да. Да, 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 да. Черный, если это жарить, не покупайте никакой там бородинский, херинский, это он вкус убивает там. Черный хорошо, вот такой просто бородинский, херинский есть там не жареный, а с чем-то супом там, с борщом. Все, надо третью рамочку. Куда? Чтоб посветлее было, сюда. Туда, сюда. А здесь сколько, ёпта? Здесь две, ну третью ту фиговую поменять, а нормальную купить. А. Две хороших, а одна хуевая тебе. А вот надо сначала, значит, эти первые. Парам-пам-пам-парам-пам-парам-парам-парам-пам. Ты когда это ешь, чуть-чуть отклоняйся, чтобы свет падал нормально сегодня, хорошо? А, вот так вот. Да просто мне ногу как-то не видно. Так, ну и что сейчас планы какие у нас? Что планы? Солим. Черный хлеб, белый не надо солить. Солим хлеб, ребята. Это типа у тебя вкусные бутерброды будут? Не хочешь, не пробуй. Да нет, я пробовать не буду, я тебя просто спрашиваю, вкусные бутерброды будут? Да, вот люди, блин, если сделают, то потом пускай ценят. Так, в общем, солим хлеб. Здесь еще осталось. Наливай маслица. Пускай разгорает сковородочка и жмёмся.
пока у нас... А, это ты, по-моему, та сковородка, ты ее отмыл, что ли? Да. Нет, та, блядь, выкинул, у меня так и был. Блин. А, это уже другая, в общем. Да. Блин, ну это хорошая сковородка-то. Я знаю. У тебя там покрытие и все есть. Ну все, ждем. Вся сковородочка в масле. Сейчас разогреется. Чисто вот на пробу сейчас сделаю по два вот какое-то. Два белых, два черных. Но я все время делаю из черного. Белый я редко когда жарю. Белый я жарю по-другому. Это с чаем хорошо получается. Берешь воду. Ну, простую воду, блин, там кипяченую, ну, не горячую, конечно, блин, чтобы кипяченую там желательно было. Ну, можно, в принципе, из-под крана, но и кипяченую делаю. Туда, в эту воду, сахар фигаришь. Размешиваешь в воде сахар, блин, ну, пробуй, чтобы вода сладкая была. Не как чай, а послаще чуть, блин. Берешь хлеб, обмачиваешь белый хлеб в воде, вот так вот нафиг. И все, и начинаешь так же жарить. Получается, блин, очень вкусно, особенно с чаем. Она идет корочкой поджаристая, блин. И ты его ешь нафиг, он прям, блин, сочный. И он чуть повыше такой становится, блин, вот сахар. Я понял. Да он пока нагревается, надо это, зелень открыть. Ну, пока, в принципе, потом можно успеть. Давай сразу, чтобы потом... Да, какая-то. Я просто такой, блядь, кругну, что-то. И перекадут, а ну. А что это, в принципе, правда, мозга-то ебу, блядь. Надо сразу открывать. Мне еще ведь и резать надо. Сейчас, блядь, она нагреется, блядь, все будет быстро, блядь. Здесь перемешку, что ли? Здесь отдельно укроп, отдельно лук. Ну, чуть такой, чуть такой. Так, стебели надо. Так, давай чуть-чуть в сторону, чтобы свет падал, Саня. Либо давай доску чуть сюда на меня. Во, вот так. Саня, хочу спросить твоего рецепта, я сам попробую дома так же приготовить. Бывает. Ты выключил? Нет, потише сделал, на пятерочку. Поехали. Взял, то давай сразу лук дорежь, чё. Ну а куда удевать перебор тоже дохуя ведет? Съешь. Съешь. Пустым, блядь. Соль окунёшь. И... Соль я и так могу окунуть, блядь. Так, давай посмотрим, сколько. Так, отойди со света. Подожди, ещё не все. А, не все. А. Блин, ну укропом запахло прям. Вообще кайф, да? Да. И это у нас пойдет больше на черный хлеб. Потому что белый мы, наверное, лучше сделаем чуть-чуть помидорчиком. Так, ладно, хлеб я посолил, это посолил. Давай, ладно, я положу, пускай пока фигарится. Подожди, давай тогда вот с этой стороны вставай, Саня, чтобы я показывал. Вот. А что показывать, блин, вот как так. Я, блин, вообще, блин. Сковородку вот так вот разверни, вот. Вот я знаю, как ее разверни, блин, у меня на этой плита криво стоит, блин, масло просто пускается. Да, она даже не, и масло-то не шипит. Ну, потому что еще рано, я просто хочу, блин, положить, чтобы мне не дергаться, блин, пивка хотел бы. По итогу обжариваем хлеб, получается, правильно? А. Ребят, готовьте все время, экспериментируйте, не бойтесь этого. Ну не получится с первого раза, блин, получится со второго. Не получится второго, получится пятого, да, Сань? Ну это по-любому. Да, тоже место. Ну так, так, ну да, хватит. Когда перебарщиваешь нахуй, блядь, с этим вот херобиным, тоже потом фигу. Не очень, да?
Блять, надо бы ездить купить. Не стоит, блядь, 40 рублей. Ну а что-то никуда. Я что-то, блядь, забыл нахер. С победовочками, блядь. Так, да тут жопки нету у него, можно. Да я вижу, вижу, жопа там осталась. Да не, куда резать-то, блядь, мешать нахуй с этой, блядь, потом. Не думаю. Он жарится, все равно не надо. Так, ну вот, вроде. Шикарно. Давайте посмотрим, какую кильку у нас вот это. Давай. Не кирка, блядь, прот. Короче, шпоты ты вот эти открываешь, тебе не будешь. Тебе повкуснее должно, ну хотя, все. Да все уж. Так, давай на свет, аккуратно. Да подожди на свет, я боюсь, чтобы масло на тебя не брызгало, блядь, на свет. Ну так, давай. Так, так, так. Во, вот так, давай. Я в торсон, она уже, блядь, чуть-чуть, блядь, ебанула. Я в торсон открывал, как на меня... Да ебаный ты в рот, да чё ж они, сука, рвутся постоянно. Ножом поддевай и всё, блядь, давай. Да я знаю, ножом. Хуйню, что ли, поддевать мне? Может, зубами. Сами. У всех сегодня слюнки побегут. Да все открываем. Да, я знаю. Ножи облизывать нельзя, знаешь? Знаю. Привычку да, ее. Покажи. Так, в общем. Попробуй одну рыбку возьми. Из ножа есть нельзя, бля. Блин, пахнет офигительно вообще. Ну что? Нормально. Нормально. Так, ну что там по хлебу? Ничего, он не подгорит у тебя? Так вот только я залил с масла, ёпта. Не подгорит, не подгорит. Подгорит, блядь. Нихуя не подгорит. Блядь. Что там, я там еще, блядь, ему жарится и жарится. А чего, ну посмотри. Да такой же, ёпта, хуй посмотреть. Маслом пропиталось, масло только разогрелось. Короче, все мы подготовили, да, шпоты есть, зелень есть, получается все. Ты ну, свободен, да. Можешь пить пивасик, как ты хотел. Деку, да, сука, посуда была битком. Посуды нет нихуя. Бокалов нету, блядь. Это пиздец, дурдом какой-то, блядь. А куда она у тебя все делась? А я хую за это. Это какой-то полтергейст, блядь, домовой у меня, ёпта. Вот сегодня, вот когда мы приехали, блядь. Нашел там опять фильм, блядь, давно его не смотрел, нафиг, блядь. Там, короче, первая, вторая часть, нафиг, блядь. Русский фильм там, блядь. Думал, да, если первую посмотрю, если пойдет, нахуй. Потому что некоторые диски не идут, блядь. Там партюр, хуёр, в коробочке какой-то, блядь, остался у меня, блядь, квадратный, нахуй. Вторую часть. Я первую смотрю. Думаю, блядь, ладно, сейчас первую посмотрю, кажется, вторая на ночь хватит, нахуй. Смотрю, блядь, коробки нету. Вроде никуда не уходил, вот на диване сижу, бля, ёпта, вот рядом с собой, бля, лежал, нету. Ты говоришь, бля, куда девается? Вот куда у меня две открывашки делались, нахуй? Вот нахуй они кому не нужны, блядь. Ложки, вилки, блядь. И, бля, квартиру, блядь, светить, значит, надо, блядь. Возможно, блядь, слышишь? Стаканчик. Да ну нахер, блядь, стаканчик. Да прямо так сгорай, пей, вкуснее будет, нахуй. О, шпротики. Попробуй, долбани. Да не хочу. Да хочешь. Чеснок. Чеснок ты хотел, нужен тебе, нет? Он у тебя есть, ты готовил уже. Да, нужен. Нужен. Одно, блядь. А, чеснок потом, ёпта, чё это, блядь. Блядь, не сбивай меня. Чесноком черный хлеб, блядь, там до одной головки даже хватит. В общем, ребята, ждем, как хлебец поджарится. И... Сейчас осталось чуть-чуть. Надо даже... А вот почему так, потому что я увидел уже, блядь, напить. Ну прибавь, еб. Не надо. Я же прибавлю, покурить не успею. Вот это самое. Сейчас, ребята, покажу, как вот цвет хлебушек. Дай подключу, ребята. В общем, вот такой черный хлебушек, вот так вот он поджарился. А белый переворачивать будешь? Сейчас. Я просто его развернул, чтобы он это... Скоро здоровый, еще на бок тем более стоит. Ну, вот так. Тоже красивый, смотри, как получился. Я знаю.
Ты так всегда делаешь? Я больше черный жарю. А так, да, когда белый, я с сахаром, как я сказал, с водички делаю всегда. Ну, красиво, вот это красиво. Сейчас самое вот оно получилось. Вот смотрите, вот видите, чтобы корочка была, а не чтобы это, вот, а не чтобы или проваривался, блядь, или горелый был. Короче, мягкий быть не должен. Да. Сковородка я кручу, это не обязательно, если у меня просто плита, блядь, криво стоит, нафиг, у меня масло в одну сторону собирается. Вот я почему-то хуйню подложил, блядь, поднял ее. Не, могло, надо еще маслить. Нормально сейчас. Добавь чуть-чуть. Сейчас добавь. Там, короче, чуть осталось. Сначала вытащим сюда на тарелочку. Беленький у нас пускай пока фигарит. Сковород. Да. Ну а где еще блин? Ну, в принципе, тоже как можно пока сюда переставить. Делаю следующим теперь образом. Насчет черного. Так. Кладем килечку. Развалюшка. Вот. Ну это ништяк под водочку, Саня. Под водочку ништяк всего, бля, ёпта. Так вот. Это, говоришь, рецепт для студентов? Да. И сытно, и полезно. И самое главное, по деньгам нафиг, блин. Не так много, и, блядь, накормиться можно, блядь, не одному, нахуй, а другой. А теперь сверху, это, сверху делаем вот так вот. Слушай, ну это, блядь, вообще картошечки не хватает вареной, блядь. И стакан молока, блядь. Вот так вот. Блин, пахнет не передать, у меня, короче, уже слюни, в слюнях все, ну да. Всё, одно блюдо у нас готово. Ну вот видите, как в ресторане, блядь, и красивые. Знаешь, как будто, вот знаешь, как ресторан по-деревенски такие, есть же деревенские, знаешь, Санёк, типа? Блин. Пахнет обалденно. Вспомнил. Где, блядь, это вторую тарелку? Поехали с белым хлебушком. Все, пом пожарился у нас, блядь, корочка у нас хорошенькая, аккуратненькая, вкусненькая такая. Уже даже... Блядь, чуть не уронил, нахуй. Ой. Какой-то простой хлеб нафиг, а с ним блюд, кстати, очень много можно сделать. С хлебом? Да. Можно сделать, берешь белый хлеб. Давай, давай, не может, ты давай сейчас вот давай. Делай, и стой, потом будешь рассказывать. Сейчас что мы делаем? Ну, тебе подпивайся, я чувствую, пойдет хорошо, Саня, слышишь? Да это не подпивайся, блин. А по чё, под спиртяжку? Да по чё-то по-другую надо. Да я понял, давай, ладно, стой. Так. Сюда килька белый хлеб не нужна. Не нужна? Нет. Мне кажется, будет фигово. Ну я не знаю, как тебе кажется, как ты делаешь, блядь. Я белый. Ты на ходушке придумываешь. Нет, я черный так делал, а с белыми так. Ну если, в принципе, вот здесь этих нету воды, тоника нарезать дольчики, то, в принципе, даже нормально будет, блядь. На ходу, блядь. На ходу я все делаю, блядь. Все понятно, блядь. Рецепт его, блядь. Как у тебя аккуратный бутылок получается, блядь. Вот палатка, когда, блин, купишь, блядь, я у тебя там буду, блядь, работать, ёпта. Так, давай, вставай нормально. Давай. Он мне сказал, что потом мне свистнет, как он захочет. Ну и да, потом я это, я забыл с утра спросить. Потом скажешь, блин, сколько там заранее хотел, блядь. Вот так вот, тоника. Туз нам не надо. Потом сейчас потом еще укроп. Блин, ребята, если бы вы понимали, как это все пахнет. И вот так. Так, попка сюда. Это сюда. Вот. Теперь мы сыпем. Это мы белый хлеб, это я черный солил. Еще плюс килька соленая. Кильку мы сюда не добавлять не будем. Надо нам сейчас посолить.
помидорчики идут. Про чеснок я забыл. Но это, в принципе, не обязательно уже. Все. Что сейчас делаем? Сыпем укропчиком сверху. Ты думаешь, это вкусно будет? Я не думаю. Не знаю. Думать вредно для мозгов. Я тоже так многим согласен. Да, может лопнуть, да, Саня? Присяду, блин, не могу. Да присадись. Блять, пина, ебать, ты урод. А, не здесь, это по телефону надо, блин, спрашивать. В общем, друзья, у Санька болит поясница. Напишите в комментариях, почему это может быть и как ее можно полечить. Из-за погоды может какую-нибудь. Плюс, блядь, что-то резко схватило. Или, блядь. Тяжелое, ничего не подымал? Ну, раньше подымал, когда работал, блядь. Ну, сейчас. Я-то в последнее время нет. Я самое тяжелое подымаю, блядь. Поясница болит, знаешь, от чего? Часто лежишь на кровати. Вот от этого может болеть. От этого может болеть. Я не сплю все время на спине, нахуй. Ну, от этого может болеть, да. Часто лежишь, Санек. Ладно. А стаканчик пивасика. Спотница потом. Кого я из горла, блядь? А, ты из горла, да. Мы настолько суровые, что мы как викинги, нахуй. У меня, блядь, в комнате стакан мне падло, блядь. Санек, у тебя предков викингов не было? Не знаю, может, были, блядь. Хуй узнает. Кто знает, какие у нас вообще предки были, бля. Если нас татар-монголы, бля, захватили, бля, в то время, нахуй. Хуй знает, когда, бля. Они захватили, ты чё? Они пизды получили. Да. Ну сначала-то они захватили, потом пизды получили. А что там было? А что там было с нашими прапрапрабабушками, нахуй? Это хуй узнает, бля. Чё, как там, что пошло, бля? Понятно. Так что... Ну давай, так, Санёк, на светик, в мою сторону. Вот так. Сейчас. Ох ты, блядь. Ну, если не есть, понюх хотя бы, блядь. Пахнет офигенно. Вот чесночка вот не хватало, блядь. Забыл, блядь, про чеснок, нахуй. Заболтался, блядь. У тебя сейчас зубы выпадут, блядь. Нормально? Или она только снаружи так хрустит? О, ну ты вот она, да. Мягкая? А, ну да, кстати. Это сам в кайф. Я себя подумал, что у тебя зубы воткнулись. Я просто аккуратно, чтобы мне в этот зуб не попало. Ага. У меня же там, блядь, один корень остался, блядь. Ты, кстати, у стоматолога ходил? Нет, еще. Нет еще. А ты вроде в это воскресенье должен. Стать сегодня должен. Нет, быть. Нет, я заново записываю. Завтра ты работаешь еще. Завтра в выходной вообще-то. Вот что? Завтра воскресенье. Блядь, думал, завтра понедельник уже нахуй. Нет. Ну что, ты так и не рассказал, как? Ё как? Вкусно, я вот как есть вообще, бля. Только вот не пойму, что-то не хватает, бля, мне кажется. Чеснока. Да чеснока это по-любому. Подсолить нахуй надо. Чуть-чуть. Ну просто я соль люблю, ребят. А так вот кто. Соль вредна. Я знаю. Она все вредна. Соль вредна. Сахар вредна. Водка вредна. Пиво тоже вредно, нахуй. Куда ни глянь, блядь, все вредно. Это, блядь, лучше, блядь, просто сидеть, допустим, нахуй, ничего не жрать, блядь. Я, ребят, допустим, люблю кока-колу, ее тоже вредно, но иногда, ну, я ее все равно пью. Ты так хрустишь, когда такой компост стоит. Кого слушать, пиздобола? Иногда он кока-колу пьет, ты на казине хуярит, нахуй, блядь. Литр полтора, нахуй, выпивает, блядь, иногда, блядь. Ты так же пьешь иногда кока-колу, а так же, как я, блядь, иногда, блядь, спиртное пью, нахуй, блядь. Ой, блядь. Кстати, ребят, вот так здесь приготовите, говорю, вот, это недорого все обойдется. Сытное, пиздец. Вот, если вот один человек, например, с голодухи сожрет вот по куску вот такого, такого черного, например, и такого, он уже насытится, блядь, ему уже ничего не надо будет. Ему только надо будет
одна любовь, блядь, это. Правда, вот такую закуску лучше, конечно, пить с водочкой. Ну, с пивком тоже это хорошо. А что я делаю с пивком, вот чего. Да сейчас ты пока не снимай-то. Что-то снимай. Нос заливаешь. Хуёс. Ой, берешь чуть-чуть соли. Стаканчик. Ну вот так вот. Я начал сейчас запениться. Солишь пиво? Да, вот пошла пена, пошла брожение, бля. Брожение. Хуя-то, блядь. Кто делает точно так же, напишите. Так никто на. Ну, вообще-то есть такие, блядь, кто-то делает. Вот, ну, видите, забродило, поднимается пена от пива. А какой звук. А какое хрущение. Так, Санек. Все. Давайте, ребятка. Приятного вам аппетита, если вы сейчас ужинаете. Бля. Бля, меня слов не стало. Давно я стишки не ел. Это ж правда. Блин, я же путь ведет. Ну, по сути, то же самое килька. Для меня килька, что шпроты размером одинаковый, блядь. Согласен. Ну и вкусно. Нет, то шпроты, ребят, блин. Кильку не купите, не смотрите, не купите, блядь. Я просто, блин, сам путаю, нахуй, это все. Ну, бля, с пилочком до лоня. Да, пока не помер, хоть, блин, побыть здесь, в раю, на земле. Потому что когда я помру, я чувствую, я в ад попаду. Кажется, хрустишь. Ты прям хрустишь, блин. Как моя, блин, предпоследняя девушка, блин. Ночью, блин. Я-то, ребят, по ночам не сплю, блин. Я спаю себе где-то в 5-6. Так, час-полтора поспишь. Буду себе делать салат. Здесь видите, какая упаковка красивая, хорошая. Здесь и редиска, и лук, и петрушечка. Мелочко порубить. Ну, не так мелко, как для этого, блин. Ну, чуть побольше, конечно. Порезать. И, или майонезиком, или с маслицем. Если пивачком это... запить, получится окрошка. Ну чё, в общем, друзья, Санёк доел бутерброд, все вышло неплохо. Сейчас белых попробую. Кто хочет так же попробовать, или кто будет так пробовать, напишите в комментариях, потому что я обязательно так попробую, но вот это реально очень вкусно. А те ребята, блин, которую, как я, любит выпить, и у которой тоже завтра, в принципе, воскресенье, и попытайтесь вот это сделать. В принципе, там пытаться не надо. Там попробуйте посолить пивасик, как пробует Санёк. И напишите комментарий, кто попробовал, как это вообще. Солить пиво, это, блядь, пипец. Чё кипит, блядь? Это, блядь, СССР еще, блядь, так делали постоянно, блядь. А для чего? Ты можешь сказать? Почему, блядь? Ну, вот кто вот. Для чего вот так вот делать? Мое поколение, кто вот смотрит меня, кому там 38-40, вот объясните ему, там напишите ему, почему все время, когда пивнушки у нас стояли, и все время на столах накрыл, блин, стояло нахуй пиво, ой, блин, стояла соль. В такой же тарелочке, нахуй, маленькая, блядь, стояла на блюдце соль. И объясняю, для чего? Для вот не знающих. Когда с пива солишь, почему она там опенится? Выходят лишние газы.
И она становится приятнее его пить. Потому что, когда пьешь пиво, она очень сильно газированная. И ты пьешь, у тебя начинается икота, хуёта, а это пьешь в наслаждении. Там остается все нормальное нафиг, блин. Газ уходит из пива. Она получается как непростилизованная нафиг, блин. Я понял. Да и хуй ты не понял. Ну, я помню, это вот этот. Поставь. Так я солил, да? Да, да, все солил. Даже начинку добавлял. Служников. Дурак. Да я знаю. Ты просто, ты это я знаю, что слушай, блядь, а то там другие никак, блядь, понять не могут, блядь. Ебать хрустит. Ура. Со шпотами вкусней? Ну, вот тут все вкуснее. Вот это вкусней? Угу. Нет, тут заебись. Под это не хватает картошечки вареной такой, знаешь? А чего? Под это все. Я тебе сказал, под... чего не хватает, нахуй. Картошечки вареной, блядь. Вот чего не хватает, бля, ёпта. Ну я понял. Картошечки вареной, блядь. Нет, тебе да, картошки не хватило бы, блядь, такой, блядь. Килограмм, нахуй, отварить, нахуй. Масло, блядь, это, сливочный отрезок, кусман, нахуй, туда захуярить, в масле перемешать. И, блядь, нахлобуется, и все. И какой-то футбол, нахуй, ты, блядь, пупок будет мяч забивать, нахуй, блядь, ёпта, блядь, а не ноги, блядь. Вот такие бутерброды больше для девушек пойдут. Легкие. Ага, легкие. Они просто и хлеб, он и хлеб, блин, такой, помягче, потому что черный он сам по себе нафиг, он такой жесткий, а когда обжариваются, сами вот увидели, блин, с корочкой, просто проты нафиг, а девушки, потому что это, он сильно калорийные бутерброды. Если хотите, чтобы ваша девушка, блин, потолстела, вот кормите ее, блядь, с утра, вот каждый день такими бутербродами. А если хотите, чтобы похудела, блядь, кормите такими, блядь, вот так вот. Ладно, Саня, в общем, что могу сказать? Ребята, готовьте, ставьте лайки, смотрите. Мы Санька отвлекать не будем, сейчас он будет кушать, трапезничать, в общем. А что, как это? А что, отвлекать? Сейчас заемся, блин, потом поболтаем. Быстрая тарелка болгает. Ой, мы все поняли, что это вкусно, мы все поняли. Это лучше всякой таджикской шаурмы, блядь, ёпта, блядь. И хамсы это, блядь. Просто и вкусно, блядь, ёпта. И дёшенько, блядь. И сытно, блядь. Не надо там, чтобы... На курсе, блин, когда ты голодный, блин. Там покупать дорогую там рыбу, пиги. Можно из простой потасу, блядь. Просто потасу и яйца. Все, больше ничего не надо. Можно такую еду сделать, блядь. Пиздец. Каждый, нахуй, попробовать, даже хуй угадать, что там потасу даже какой-то, блядь. Скажешь, это рыба, нахуй, пиздец какая-то, блядь. Давай, жуй, короче. Пизду, я заебался стоять уже. Фу-фу. Смотреть на тебя, пока ты жуешь, нахуй. В общем, друзья, вот такой вот ролик. Мы сейчас подходим к концу. Я уже устал стоять, нахуй. Да не, не буду я садиться. Давай, короче, дожевывай, прощайся, Санёк, я помчал. Все красиво, все великолепно. Это таракан едят. Я холодильник еще уберу. Ладно, давай, все. Сейф, он пока, он, правда, не включен, но хотя бы туда не доберутся, блядь. Давай, подводим итоги, Саня. А. Заключающий. Супермама, кружка у тебя, да? Моя любимая мама. Хе, их будто что-то, блядь, даже не видел, что там записано-то, блядь. Все, давай, сейчас ты наропался, блядь, пизду. Фу, блядь.
Давай, это потом-то будешь развязывать. Да все, ёпта, фу, блин. Саня, давай, все, не мальтеши, нахуй. Даю, ёпта. Тебе, блядь, 2 минуты не сыграть. Блядь. Сыграй, потом пакуешь. Давай за... Да я, блядь, дай мне пачку-то открыть, блядь. Сейчас, блядь, вот ты, когда больше говоришь, блядь, тем больше ты времени нафиг фигаришь, блядь. 30 секунд, ёпта. Все, закурюсь как. О, хорошо, пошел. На видео сейчас. Не кури, потом закуришь. Почему? Потому, ёпки. Нельзя курить. Да ладно, бля, в кидах нахуй он курит по телевизору, блядь, нельзя, блядь. Ты чё, блядь? Чак Норрис, нахуй, только Чак Норрису можно. Почему только? Вот у нас, блядь, фильмы сколько все курят, блядь, и вот пьют. Только эти детка, нахуй, блядь, не пьют. А там сразу видят, что перцовка все хуярит, нахуй, блядь. Нельзя, блядь. Давай, подведем итоги, Саня. Сейчас подведем. Заебал ты. Нельзя, блядь, на улицах нахуй все курит, нахуй, блядь. Дым, понимаешь, перед тобой. Давай в стороне тогда, пизду. Не шей, хуйню. Давай потом, Саня, ты... Нет, ну чтоб ты туда шел, блядь, вот эти дым, блядь. Вот так вот. Ну что, ребят, расскажу. Блюдо приготовила, если... Приготовила, да? Блядь, я просто, блядь, наелся, не могу, блядь. Блюдо сделал. Сами видели, что это все просто. Просто надо следить, а не ходить с комнаты в комнату, чтобы у вас, если просто хлеб подгорит, то уже получится не то. Получится просто у вас жжем сухари нахер, блядь. И вы будете жрать на черном хлебе, блядь, одну кильку, блядь, а на белом хлебе, блядь, один помидор, блядь. Потому что он будет, блядь, не таким уже сочным. Потому что почему белый хлеб, он такой сочный? Из-за помидора. Потому что, и, короче, у черной можно есть с чем угодно. С картошкой. Ну, лучше, конечно, все с картошкой. А вот белый хлеб можно с чаем. Что я хотел сказать? Только вот у меня вот единственное, вот, особенно у девушки, наверное, поймут. Месячный у тебя. Нет. Готовить я люблю. У меня всяких, я раньше, когда я, блядь, сидел, нафиг, у меня вообще ни копья не было, я получал, блядь, 7000, блядь, сторожем работал. Я книжки начитался, херни всякой. Я делал котлеты, блядь, из гречки. Делал из гырквилиса, нахуй. Кому будет интересно котлеты из гречки, напишите в комментариях. А я уже не помню, это было уже лет 15 назад. Ну, в принципе, можно вспомнить, если захотеть. Там нужна только, блядь, нужен гиркулес, нахуй, одна сосиска, блядь. Делаются котлеты. Да у тебя и... Плов и сосиски, нахуй. Котлеты и сосиски, блядь, мы поняли, Саня. Плов это скоро будет. Короче, давай, говори, вкусно, все, давай, прощайся, нахуй. Блядь, ты взял мне, перебил речь нафиг, блядь. Вкусно! Обалденно, вот сами, блин, если вот так получится, вы попробуйте и вы офигеете. А, ну, блядь, ты не вот речь вспомнил. Готовить-то я вот люблю. Я потом вот не люблю после себя мыть посуду. Это я вот мне, блядь, это с 10 лет. Не могу я мыть посуду, блядь, и все. Мне впадло, блядь. И вот почему у меня вся раковина все время сейчас засрана? Потому что я один. Вот когда вот девушка была вот у меня нафиг, блядь, она хоть. Я готовил, блядь, там, когда готовили, она хоть посуду была. А сейчас, блядь, кого мне посуду мыть, блядь, заставить? Тараканов так, чтобы они куча, как в этом, блядь, в мультике нахуй. Это не мультики, а кино, блядь. Там, когда, блядь, с прошлого, блин, принцесса нахуй попала в будущее. Тогда. Свисит в окошко, бля, ёпта. К ней голуби прилетают, нахуй, бля, ёпта, блин. Тараканы собираются, бля, в квартиру убрались, нахуй, весь притащили, бля. Вот мне так, бля, лети сюда, нахуй, бля, ёпта. Ну чё, маши. Ну чё, усами, давай. Только усами маши, усами сработай. Завтра чё, будем, бля? Да это потом, не, ну, усами просто... помаши. А у меня нет усов, я... Как бля. Таракан. Когда вот будут, помашу. Ну сейчас это они будут. Ладно, парни, в общем, всё, мы заканчиваем. Санёк. В общем, друзья, все, мы заканчиваем. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока. И, ребят, девчат, скажите, блин, из-за чего? Из-за погоды можешь поясниться валять? Я тебе сказал уже, чего. Лежишь на кровати, дохуя. Помаши. Покедаю всем. Всем добрый вечер, всем хорошей ночи. Желаю всем удачи. Да. Давайте, ребят, дружите и не ссорьтесь. Ставим лайки, пишем комментарии, друзья. Все. Терминатор на стиле. Терминатор вернулся. Терминатор 3, нахуй, блядь.